Государственная краевая целевая программа «Дети Кубани», которая успешно реализуется в Краснодарском крае, позволила обеспечить собственным жильем только за последние 7 лет более 6 тысяч человек. В нашем районе ключи от собственных квартир получили 215 славянцев. В этом году новоселье отметят 26 детей-сирот. Пятеро уже получили квартиры в августе, 8 человек в октябре, в ноябре новоселье отпраздновали 5 человек. Новые перспективы открылись в этот день и перед 5 славянцами, которые в торжественной обстановке получали ключи от квартир. Они были приглашены к главе Славянского района, который сердечно приветствовал будущих новоселов. В этом году мы предоставляем 26 квартир по этой программе. Значит, сегодня вот вас пятеро здесь вот счастливых получателей нового жилья. Мне приятно, что у вас уже семьи, что у вас уже свои дети. Ничего в жизни нет, вот, не знаю, наверное, важнее, чем очага своего жилья. Старались, чтобы все было хорошо. Поэтому надеюсь, вам понравится, и вы будете счастливы. Глава Славянского района вручил приглашенным заветные ключи. За участие в судьбе детей-сирот Романа Синеговского от имени всех новоселов поблагодарила Татьяна Карпусенко. Ей, как и всем остальным участникам церемонии, трудно было сдержать свои чувства. Я искренне хочу поблагодарить Романа Ивановича, нашего главу, за то, что он принимает активное участие в жизни детей-сирот. Каждый человек нуждается в поддержке, семье и доме. И у нас начинается новая жизнь, нас ждут новые возможности. Я уверена, все у нас получится. Алексей Кочка, мастер отделочных работ, очень рад тому, что получил современную квартиру для своей семьи. Прежде всего я хочу выразить благодарность главе района, всем тем, кто помогал, принимал участие. Это действительно большой труд. Учитывая сложности в стране, тем не менее, это все-таки не оставляется без внимания. Квартиру он осмотрел, она ему очень понравилась. Он считает, что в ней есть все необходимое. Чистенько, аккуратненько, все работает. Для жилья вполне все пригодно, можно жить. Теперь у счастливых новоселов есть собственное жилье, что открывает перед ними новые возможности для спокойной и благополучной жизни. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов. Программа «События».